как ужин? Прекрасно, как всегда на высоте. Ни один мишленовский повар с тобой просто не сравнится. Так, ну а теперь... Марк. Я ужасно волнуюсь. Ольга, ты согласишься стать моей женой? Да. Так, так. О, все. А теперь шампанское. За нас. За нас и за наших будущих детей. Да. Я тебе сейчас кое-что покажу. Давай, давай. Это если будет мальчик. Ага. Это если будет девочка. А это, ну, вдруг близнецы. Прекрасно, Оленька, прекрасно. Очень красиво. Очень красиво. Но тебе не кажется, что, ну, как-то слишком быстро? Маркуш, ну, у нас будет, по крайней мере, еще 9 месяцев. Я, конечно, очень мечтаю о детях. Понимаешь, это очень серьезное решение. Надо как-то все просчитать. Дети – это вообще очень дорогое удовольствие. С тобой оба неплохо зарабатываем. Ну, да. Ну, где вот эта вот девочка, ну, или мальчик, а близнецы, ну, это куда? Сейчас я все посчитаю. Я сейчас все посчитаю. Смотри. Значит, мы эту квартиру продаем. Да, мы продаем эту квартиру, потому что можно взять кредит и купить две квартиры. В одной мы делаем ремонт, ее сдаем, чтобы покрывать процент по кредиту, а в другой мы живем и, кстати, тоже делаем ремонт. И что у нас получается? Ничего у нас не получается. Не сходится. Что не сходится? Ну, не сходится. Понимаешь, дети с процентами по кредитам не сходятся. Не соседи, это просто какое-то наказание. Да ну не говори. Безобразие. Ты, между прочим, не несущая стена. Они не слышат. Это какой же у них там грохот, представляешь, а? Да, ты прав, это стена не несущая. На работу ушел. После вчерашнего? Здравствуйте. 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 Мы знакомы? Вы вчера у нас... Нет, нет, нет. Мы ваши соседи. Из квартиры напротив. А. Просто редко встречаемся. Я Ольга, а это Марк. Денис. Очень приятно. Здравствуйте. Ну и что вы хотите, соседи? У нас к вам разговор буквально на пару минут. Или нам лучше зайти в другой день? Да ладно, что там. Заходите сейчас только... Ну, только... Вы не пугайтесь, мы там вчера немного посидели. Мы слышали. Пойдем, пойдем. Денис, а вы дверь не заперли? Как у вас? А не надо мне никак. Вдруг хороший человек зайдет.
А если плохой? Да все люди неплохие, если разобраться. Пойдем. Слушайте, а может вам действительно вечером зайти? А то вы говорите, я ничего не понимаю. Зачем мне съезжать из своей квартиры? Денис, дело в том, что мы с Марком решили пожениться. Ну. Вот. Поздравляю. Спасибо. Ну, мы подумали, что раз у вас часто собираются компании, возможно, вам тесновато здесь. К тому же, если рядом будет лесопарк, вы с друзьями сможете устраивать пикники. А, я понял. Вы хотите, чтобы я переехал куда-то за МКАД, а вы бы объединили эту и ту квартиру и сделали здесь детские комнаты. И прошу обратить внимание, что все хлопоты по подбору вашей новой квартиры и также оформление документов мы берем на себя. Да не, мне здесь нормально. К тому же мне эту квартиру мой дед завещал, а за МКАДом я и так вырос. Мы не предлагаем вам такие далекие варианты. Вот, посмотрите, мы подготовили список. Очень симпатичные районы. Серьезно? А почему бы вам самим не продать вашу квартиру и не купить новую, большую, в новостройке, в лесу? Или вы боитесь, что без вида на Кремль ваши дети будут не так хорошо воспитаны, а? Доброе утро! Красавчик! Что, друзья твои? Федор, старший брат. Федя, это наши соседи. Ой, вы извините. А у меня душевная драма. Вот теперь здесь обитаю. Вот спасибо брату, приютил. Он добрый, но вы это и без меня знаете. Я Ольга. А это Марк, мой жених. Вы вот зашли на минутку. Не-не-не, что значит на минутку? Мы сейчас вот тут организуем за встречу. А, нам в самом деле пора. А вы пока посмотрите список, ладно? А что за список? А вот. Соседи собираются увеличить народонаселение планеты и хотят, чтобы я сменил квартиру. На выгодных для вас условиях, Денис, не забывайте. На выгодных, говорит. Заботливый, конечно. Больно, да? Да. Ничего страшного, до свадьбы заживет. Все-таки больно, да? Ужасно получилось. Да ты не переживай. Я завтра поговорю с юристами, и мы подадим на них в суд. Ты серьезно? Ну, конечно. В конце концов, если дал волю своим рукам, то будь добр, ответь по закону. Милый, ну, нам все-таки нужно с ними сохранить хорошие отношения. Чтобы Денис уступил нам квартиру. Оленька, забудь. Что значит забудь? А это? Ну, никто не говорил, что свадьба, дети и квартиры как-то связаны. Я никто. Или ты вообще не хочешь детей? Оль, ну, ну извини, пожалуйста. Понятно. Сейчас. Дети не сходятся с процентами. Елена Петровна. Да, с вами все в порядке? Я в порядке, все нормально. Ага. Что у вас? Биржевые сводки. Биржевые сводки? Угу. Ну, давайте. Так и сказал, дети не сходятся с процентами, Кать. И это при том, что мне уже 27 лет, и лет 20 я мечтаю о детях. Оль,
Можно вопрос? Вы любите друг друга? Да. Тогда вы должны понимать друг друга. Но он меня не понимает. Ладно, мне пора, Кать. Оль, все будет хорошо. Нет, нет, нет. Кать, Марк очень хороший. Он спокойный, он надежный. Я не спорю. Мы знакомы с тобой 1000 лет, и я очень хочу, чтобы ты была счастлива. Катюш, я буду счастлива. Я уверена, Марк хочет семью, хочет детей. Просто он слишком рассудительный, надо ему как-то помочь. Увидимся. Пока. Здорово, банда. Женек? Здорово, Владян. Ух ты, новенькая, дай заценить. Хорошая, испанская. Дай-ка. Парни, репетируем без меня. Оля! Оль, подождите. Давайте помогу. Спасибо. Я хотел за брата извиниться. Как там, Марк, как? Не сильно ушибся? Ничего серьезного. До свадьбы заживет. Тем более, что ждать недолго осталось. Ну, этот ваш Федор, конечно. Ну, простите, у него сейчас сложные жизненные обстоятельства. От него девушка ушла. Ну, ничего. У мужчин расставания быстро забываются. Ну, да. У кого? Как? Вы просто какие-то опасные соседи. У вас что, тоже несчастная любовь? Почему несчастная? Любовь счастливая. Брак несчастный и короткий. Она мне, знаете, что я заявила? Что я бесперспективный, безответственный разгильдяй и ненадежный. Для женщины это самое главное – надежность. Вот Марк серьезный, надежный. Я за ним, как за каменной стеной. Ну и как вам живется с каменной стеной? Вы его не знаете. Вы вообще про нас ничего не знаете. Почему же? Мне про вас все ясно. И что же вам про нас ясно? Держите. Вы две такие каменные стенки. Давайте. А вы этот бесперспективный разгильдяй. Карьеристка и зануда. Алкоголик и бездельник. Квартирная аферистка. А? Правильно она от вас ушла. Вот и обменялись любезностями. Здравствуйте. Я не думал, что вы после вчерашнего вернетесь. Ну что вы, я считаю, что в конфликте всегда виноваты обе стороны. Да, вы умная. И готовлю неплохо. А что есть такой праздник, День соседа? Денис, давайте останемся нормальными людьми в нормальных отношениях. А разве у нас уже были отношения? Их никогда не поздно начать. Ну да. Чувствую себя неотесанным хамом, проходите. Только... А, я помню, помню. Не пугаться, потому что вы немножко посидели, и не закрывать дверь, потому что могут прийти хорошие люди. Да. Денис, я бы хотела вернуться к вопросу о квартире, только уже в другом направлении. Пирог. Надо же. Не в Химки, а в Обнинск. Нет, нет, больше никаких деловых разговоров. Просто хотела попросить вас по-человечески нам помочь. Ну, вы в прошлый раз не дослушали, а там среди вариантов есть прекрасный жилой комплекс с лесом, парком, мини-гольфом. Мини-гольф? Угу. Да. А пирог – это не главный сюрприз. Вы знаете, я дизайнер интерьеров и хотела предложить вам совершенно бесплатно сделать первоклассный дизайн-проект для вашей новой будущей квартиры, а? Спасибо. Но все самое первоклассное я для своей квартиры делаю сам. Пойду что-нибудь накину? Да, да, конечно. О, Лиса, Алиса. Что,
Кот Базилио новую аферу придумывает. Ой, есть охота. Мне с утра всегда есть охота. И днем, и вечером. Я вот тут пирог принесла. Опа! Фердетти, как их? Материализуется! Материализуется. Диня, ставь чайник! Федя! Федя, давай. Здорово. Федя, Федя, шухер. Люся. Пироги у вас тут, значит. Идиллия. А я-то думала, он страдает. Так же, как и я страдаю. Сам говорил, хочу с тобой, Люсенька, растить наших детей. А, так у вас уже есть дети? Да нет у меня детей. Да сейчас. Это он говорил. А сам вот, за юбками бегает. Да я... Простите, вы ошибаетесь. Я просто соседка и зашла в... Ну, конечно, соседка. А пирог просто деть было некуда, да? Эх ты! На чужом несчастье. Да Лёсь, что вы себе позволяете? Лёсь, помолчи! Не указывай! Женишься, будешь указывать, а то только обещаешь. Так это знакомая вашего брата? Да вообще не в первый раз вижу. Так, что я тебе обещал? А то не обещал! Как борща моего поест, говорит, Люсенька, женюсь на тебе. Говорил или нет? Так! Если б я обещал, я б женился. А пока я... просто не готов. А. Морально. Морально? Да. Можно подумать, ты материально готов, Федя. Вот это вот... это вот меркантильность, вот она меня и бесит. Много я с тобой намеркантилила. Все жду, все сама, Федя. А я... Что? Феденька, больно, да? Ну что ж ты себя прям не бережешь, прям совсем? Ты меня не бережешь. Я не берегу, Феденька. Ты мне всю самооценку разрушила. Да что не разрушила? Ты, я в глаза ее не видела, Феденька. Вот именно. Ну что, успокойся. Ну, Федя, успокойся. И часто ваш брат так... Новейший способ релаксации, слыхали? Надеюсь, у них все будет хорошо. Да-да. Да, все правильно. Это балка несущая, а вот эту стену можно смело выносить. Мы не договорили, может быть, спустимся в кафе? Нет. Оля, вы очень красивая и умная. Готовить вон прекрасно, настойчивая. Я практически влюблен, но вы поймите, что я не съеду с этой квартиры. Не съеду. Так, значит? Да, чтобы вас за нос не водить, уж лучше сразу же. Да, я настойчивая и просто так не сдамся. Все, давай, сейчас что, мамку твою вспомни, как обычно. Каким ты был, таким ты остался. Я не понимаю вас. Вы что, войны хотите? Непривычно от вас слышать такие слова. Я думал, вы мягкая. Вы ошибались. Ты что делаешь? Прекрати его жрать немедленно. Ты что, с ума сошел? Нормальный пирог. Ты нас еще кормить-то будет, да? Ведь мы от врага не возьмем пирога. Это что, бабы вернулись? Не знаю. Да сюда! Добрый день. Панкратов Денис? Да. Я извиняюсь, я вам звонил, просто никто не ответил. Бывает. Ну,
Вот вы распишитесь, вам письмо. Удержите. Ага. Спасибо, стойте. Стою. А вот вам пирог свежий, вкусный, с вишней. Можете не расписываться. Спасибо. Что случилось-то? Умер кто? Нет, женится, жена моя бывшая. В смысле, замуж выходит. Ну что, с катертью дорожка? Арина приглашает меня на свадьбу. Класс! Возьми меня с собой, а? Там хоть что-нибудь пожрать можно. Она точно издевается. Знаешь, за кого выходит? За Брыкина, сокурсника. Толстяк такой противный. Папочка у него миллионер, но у Брыкина, конечно, тоже свой бизнес. А ты что, ревнуешь? Федь, да при чем тут ревность? Она же издевается. Хочет показать, что я ничтожество. Ты послушай, прошу тебя приехать, чтобы не травмировать Милочку. Независимо от того, как сложились наши отношения, для Милочки мы должны оставаться друзьями. Не понял. У тебя дочка, что ли? Собачка, Милочка. Да. Аринина чихуахуа. Мерзкая, маленькая, злая тварь. Издевается. Факт. Да я за тебя, братан, знаешь? Ты, Федя, ну хватит, Федь, не надо. Успеешь еще. Слушай, давай тогда так. Давай этому Брыкину фасад начистим, а эту чихую-хую украдем и сдадим в зоомагазин. Нет. У меня есть план поинтересней. Коль, ну что ты со мной как с ребенком? Не пачкай, не ломай. Ну это не как ребенок. Дай машинку покататься. Знаешь что, дружище, раз ты не понимаешь, я, пожалуй, пойду. Дэн, ты чё? Ну чё за обида-то? Дэн. Вот скажи, у тебя ж с Юлей было то же самое. Арина просто хочет меня унизить, больше ей ничего не надо. Просто унизить меня и все. Ну да, ну да. Хоть что ты пришел, посмотрел, какая она прекрасная, какая она безошибочная, и какой ты ужасный. Какой Николай ты Сергеевич. Вот-вот. Совещание по страховкам собрали, как вы и просили. Ждем да, спасибо. Вас. Спасибо, иду. Ну, в общем, машину бери. Не эту. Подберем тебе. Тоже неплохую. Только вот не в машине-то дело, поверь. Ну, костюмчик у меня точно не хуже твоего. Стой-ка. Да не в костюмчике. Ну-ка. Это с лунным календарем. Забирай. Все, забирай. Только это все не то. Вот если бы ты пришел бы к Арине на свадьбу под руку с принцессой, да и сидели бы, смотрели друг на друга так же, как это было раньше у вас. Ну, когда-то с Ариной. Да еще бы двумя карапузами. Вот тогда бы, да. А часы, машины, это же все так, пена. Ну, с карапузами точно не успеваю. Помоги. А вот с принцессой ты, конечно, прав. Надо срочно кого-то искать. Обязательно. Ну, в любом случае, за пену тебе спасибо, век не забуду. Ну, век не забуду, это много. Давай, вискарь. Заняли наше место. А у вас что, монополия на парковку? А вам что, трудно найти другое место? А вам не кажется, что это уже наглость? Квартиру освободи, с парковки отъедь. Слушайте, а вам случайно бесплатный уборщик не нужен в квартиру? Не надо, пожалуйста, утрировать. Я просто прошу, чтобы вы освободили наше парковочное место. Знаете, к сожалению, не получится. Бензин закончился. А вы что, не джентльмен? Нет. Я даже не собираюсь.
Марк, а ты правда хочешь устроить свадьбу? Ну, конечно. Мы же обо всем договорились. Ты, кстати, пригласить не доделала, покажешь? Да, еще немножко. Просто мы ведь и так живем вместе. А ну, если ты говоришь, что ты не хочешь детей... Пока. Это я пока не хочу. Но у меня все рассчитано, милая. Все рассчитано. Свадьба — это очень важно. Как же ты не понимаешься, а? Там же будет мой босс, там будут наши партнеры. И потом, женатый бизнесмен, он ассоциируется с надежностью, упорством, гибкостью. Так, кстати, говорит мой коуч. А что тебе говорит твое сердце? Ой, давай вот не будем об этом, а? Я все-таки стараюсь для нас обоих. Даже если мне при этом плохо, чем ближе к свадьбе, тем больше у нас разногласий. Ну, может, сначала обсудить разногласия, потом уже устраивать свадьбу. Марк не может отменить свадьбу. Это важно для его карьеры. Оля, Оля, это ты мне говоришь? Что? Я повзрослела. Взрослеть не значит изменять себе. Ты идеалистка. Зато я не подстраиваюсь под чужие потребности. Ну, ты просто не умеешь идти на компромисс. Я просто не хочу. Знаешь что? У нас скоро будет вечеринка. Марк, его коллеги по работе там с женами или подругами. Ты приходи, и ты увидишь, что он хороший. Оль, главное, чтобы он был хорошим для тебя. И чтобы тебе не приходилось изображать кого-то другого. Ну, например, надевать дурацкие тапочки с пушком, кружевные пеньюарчики, хлопать глазками и говорить: ну, милый, ну, пожалуйста. Точно, Кать. Что это возможно? Подождать. Ой. А, Оль, слушай, подожди. У меня там в тумбочке есть такая штучка. Может быть, мы ее возьмем? Может быть, ты лучше возьмешь меня? Опасно. Это мужик или нет? Да мужик, конечно. Марк, я прошу тебя, надо все равно. Уходить. Марк, ну... Алло, полиция? Да я за брата. Федя, не надо. Тихо, спокойно. Знаете, что вы со своим братом, знаете, что вы влезете в мою жизнь и гадите там. Вы с ума посадили, стоять! Убери отсюда! Стоять, Оба! Я сказал! Добрый вечер. Здрасте. Садитесь. Прошу. Это он на меня напал. Попал, да. Подождите. Во-первых, это я защищался, а во-вторых... Так, все понятно. Собирайтесь.
Послушайте, вы должны отпустить моего жениха. Он просто хотел навести порядок. Девушка, во-первых, я вам ничего не должен. А во-вторых, все трое участвовали в драке с применением холодного оружия. Какого холодного оружия? Там была бутылка и подсвечник. И что они, по-вашему, огнестрельные? От вас же отца мой звонок поступил. Правильно? Правильно. Обращение в полицию зарегистрировано. Правильно? Правильно. Что теперь делать? Послушайте, а если от меня поступил звонок, может быть, я могу как-то... Ну, иди, Нёк, сегодня. Не говори. О, орлы. Сейчас, секундочку. Извините, пожалуйста. Дело в том, что мы там сказали, что у нас есть претензии, но они на самом деле есть. Я не понял, вы что, обратно хотите? Я могу вас задержать до выяснения обстоятельств еще на 48 часов. Нет, у нас никаких претензий нет. Милый, пойдем. Нет. А, ну на нет и свидания. Угу. Всего доброго. До свидания. Счастливо. Слушай, а я что-то решил, надо нам с тобой обновиться, встряхнуться, так сказать. Да, соседей не зальем. Не боись, все под контролем. Под чьим? Под моим. Вот, я поэтому и спрашиваю, соседей не зальем. Так денег хватит, все нормально. Ну, между прочим, твои друзья ходят здесь, топчут, сколько можно уже. Это только начало. Главное впереди, смотри. О, смотри, какие тапки купил. Класс. Я мастику сам приготовил. Сейчас смотри, с мыльцем пройдусь, потом просто с водичкой, а потом начну натирать по самой, что ни на есть, экологической технологии. Да? День. Диня, я тебя умоляю, свали куда-нибудь, а? Давай, свали, не мешай. С удовольствием. Давай, фу, тапки, я тебе сказал, сгинь отсюда. Да, ушел. Грязные полы в доме моем, брательник протрет специальным шампунем. Итак, мы подошли к первому месту нашего чарта. Третью неделю лидирует песня группы «Майский дождь» с одноименным названием. Такой день хороший.